Алло, срочное задание? Развеселить детей, заскучавших на карантине? Хорошо, будет сделано. Принимайте новое видео. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об очень интересной писательнице Энид Блайтон. Что в ней интересного? Да потому что она пишет замечательные детективные истории. И я думаю, что в каждом из вас живет маленький детектив, который хочет расследовать что-нибудь. Так вот, как эти истории помогут вам что-нибудь расследовать? Я сначала тоже недоумевал. Но потом, когда я начал читать ее произведения, я невольно стал строить предположения, догадки, опровергал уликами свои гипотезы и доказывал. А потом выходил на след преступника и очень радовался этому. Главная особенность книг Энид Блайтон, что главные герои и главные детективы ее произведений – это дети, почти наши ровесники, 12-13 лет. Они тщательно выслеживают преступников и находят разные улики, а также подшучивают над разными глупыми полицейскими. Например, в одной книге «Тайны секретной комнаты» меня захватил один момент, в котором главный герой уснул прямо в логове злодеев. И когда они его поймали, то ему пришлось несладко. Но этот герой умел выходить сквозь стены со специальными детективными способностями, о которых вы узнаете в книгах Энид Блайтон, и смог всех обхитрить. И еще много разных историй в ее книгах. В книгах этой замечательной писательницы. А самое интересное, что вы тоже можете воспользоваться некоторыми детективными методами. Например, выхождение из закрытых дверей или надпись невидимыми чернилами, которые рассказываются в этой книге. А также вы можете подражать героям и тоже попробовать переодеваться в разных людей. Всем советую почитать ее произведения и провести свое замечательное и интересное расследование по книгам Энид Блайтон. Желаю удачи вам, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал и расследуйте еще больше интересных историй.